Добрый день, дорогие друзья. Мы на речке Днестр. Вильха называется. Это выкат перед лиманом. Приехали где-то час назад, пока разместились, поставили палатку. Поймал только подлещика и карасика небольшого. Пока все. Ждем поклевки. Главное, немножко похолодало. Комара не будет. Холодно, потому что. Комара не будет, это будет холодно. А дров у нас много. Доброе утро. Ну что, прошла ночь. Ночью, до часа ночи поймал два леща. Потом перестала клевать и легли спать. Утром поднялся ветер, нагоняет хорошую тучу. По всей видимости, будет дождь. И по прогнозу он тоже ожидается в 6 часов вечера. Так что собирались на двое суток, наверное, придется срываться где-то часов в 5. Сейчас поедем на ту сторону, проверим донки. Вчера вечером ставили донки, макушатники. Сейчас проверим их. Мы сейчас будем ехать, и будет видно по камышу, есть там что-то или нет, ты понимаешь? Не будет видно? Я петель, во-первых, я не делал. А во-вторых, я должен сейчас начинать долбать. Именно клевать. Не сидеть и долбать. А рыба так редко доскоскует. Ну, во всяком случае, не видно ничего. Да не, волна, оно еще шевелится тоже. Оно будет видно только, когда будет стоять леска по течению или против течения. Если против течения, значит есть. Ну, оно ослабленное. Ну, не факт. Не факт? Оно может сидеть и под этим. Я тоже пытался присмотреть, когда рыба есть, какое положение леса. Нет, без вариантов. Она может под бровку, по траву зайти или наоборот уйти. Как угодно. Бесполезно, да? Нет, да, нет системы. Ну вот смотри, вот он стоит, вот она. Стоит четко против течения. А трава по леске. Она дала ему отмут метр. Да, трава. Она может через 2 метра поменять направление и идти в другую сторону. Трава, трава. А красивое состояние. Угу. Стоит красиво, но там жмут травы. Ты ее бросай на камыши, потому что она сейчас пойдет тебе на следующей удочке. Пока мы сегодня не сдохнем. Да с тобой. От старости. На один этот. Дальше, Лёш, дальше, ты возле берега сильно. Ну, высыпай.
А дальше прикормкой посыпь, Лёш. Возле нас. Ну, дальше чуть. Давай, давай, туда. Чуть поглубже, Лёш. Туда чуть дальше. Хорош. Высыпай её всю. А что ты его бросил? Давай его на берег вытащим. Обезглавим. Нет. Это макушатник, он нас же туда завел тебе его. Ничего себе, через три удочки. Крупный карась. А я думал, это твой карп уже идет. Ну что, будем завязывать сегодня с рыбалкой. Мужики поехали снимать макушатники на той стороне. Обещает дождь. Дождь где-то обещает часов 4-5. До этого времени надо уехать, погрузиться и выехать на трассу. Иначе мы потом не доберемся, не выберемся. Да, погода шепчет. Хороших. Остальное все карась. Как-то так. Все. Тиши. Вот от этой тучи мы как раз и убегаем.
А по вот этой дороге потом попробуй выйди. А вот он и ливень. А мы на бетонке. Мы вырвались. А если бы остались, могли бы и не вырваться. Представляешь, еще на одни сутки остаться, да? Могли бы даже не на одни остаться.